Водитель Cadillac Escalade расстрелял из травмата таксиста в центре Москвы. Пострадавший в больнице. Все случилось на Большой Грузинской. Водитель Кадиллака, 43-летний Дмитрий Малахов, на фото заявил, что остановился на дороге. Впереди стояло такси и начало его поджимать, катилось назад. Малахов пошел спросить, что происходит. Начался конфликт, который перерос в драку. Тогда водитель Кадиллака достал травмат и стал стрелять. Сейчас он на месте происшествия. Будет снимать побои. 34-летний таксист Алманбет Абдрахманов госпитализирован. Жопа, ну...